Андрей, в первую очередь, поздравляю вас с днем рождения. 1200 человек сегодня собрали на отборочных испытаниях. Как прошли? Отборочный тур завершен, но идет подсчет голосов. К сожалению, был достаточно сложный для ребят, для участников конкурс. Но они все храбрые люди, на самом деле, потому что с 10 утра до 5 вечера шел отборочный тур, они прошли достаточно много номинаций, таких как слепая дегустация, тест на английском языке, кофе, пиво, тест на вино, классическое приготовление коктейля и приготовление флейринг. Скажите, пожалуйста, из каких городов сегодня приехали в Челябинск бармены? География очень широкая в этом году получилась. Не только в этом году. У нас примерно раз в 5-6 лет в Челябинске удостоится честью провести отборочный тур Уральского федерального округа. И география следующая. Нам ребят приехали из таких городов первый раз. Это из Югры, Сургута, Ханты-Мансийск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск. Уже сейчас сказать, как вы оцениваете уровень вступительных испытаний? Добрый день. На самом деле я удивлен в самом лучшем смысле этого слова, потому что из 31, насколько я помню, человека по-настоящему слабых выступлений не было. Были ребята более уверенные в себе, менее уверенные в себе, те, кто легче впитывали информацию, которую мы им перед этим давали. И на самом деле тех ребят, которым я с удовольствием ставил самые высокие оценки, была добрая десятка, наверное, и что меня очень приятно удивило.